Слесари-ремонтники на предприятии часто за кадром, но в основном именно они обеспечивают работоспособность оборудования. Их руками проводится ремонт и техобслуживание агрегатов. А конкурс профмастерства, который сейчас идет на Усольском калийном комбинате, яркая возможность проявить себя и показать свое мастерство. Это возможность определить самых профессиональных рабочих среди нашего коллектива, а также, наверное, подтолкнуть молодых специалистов, подтолкнуть молодых рабочих, постоянно совершенствовать свои навыки, свои умения, а также, чтобы они перенимали лучшие практики, лучший опыт от своих коллег, которые уже состоялись в профессии. Так и поступил молодой слесарь-ремонтник Дамир Ахмедзянов. Он закончил Березниковский политех по целевому набору с Усольским калийным комбинатом, отслужил в армии, а после сразу устроился на Иврахим. За ним закрепили наставников, которые помогают ему освоиться в коллективе и быстро вникнуть в работу. Прошло всего полгода, когда Дамир пополнил ряды слесарей-ремонтников. Молодой человек решил проверить свои силы и заявился на конкурс «Лучший по профессии». Условия для новых и опытных сотрудников одинаковые. Сегодня у нас практическое задание – это необходимо будет высверлить отверстие на 10, 12, 14, сделать там, нарезать резьбу. Затем у нас будет теория. Ну и согласно потом результатов выявим специалиста, кто выиграл. Слесари-ремонтники в Еврахиме способны устранить большинство неисправностей оборудования. Базовые навыки, например, нарезать резьбу, пригодятся всегда. Так, лучший результат компетентное жюри будет определять по тому, правильно ли конкурсант сделал резьбу и за какое время. Для Вячеслава Блажко задания не очень сложные. В профессии он больше 10 лет. Из них 8 посвятил Усольскому калийному комбинату. Сегодня под его крылом есть и молодые сотрудники, для которых Вячеслав стал наставником. Я объясняю, если люди сталкиваются первый раз с ремонтом оборудования, то есть моя цель, как говорится, это объяснить, какова работа и каким образом, то есть сделать это более быстро и качественно. Усольский калийный комбинат – молодое и растущее предприятие. Это единственный пример за последние 35 лет, когда в России с нуля было построено успешное производство калийных удобрений. Будущее предприятия – ответственность нового поколения специалистов. Еврахим ценит молодых сотрудников, поэтому всячески помогает им окрепнуть в профессии. Если и вы хотите стать частью молодой команды, звоните по телефонам, которые сейчас на экране. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья.